наших предыдущих программах. В этом трио одну из партий исполнял на скрипке Крахачев Виталий Леонидович. Но сегодня она прозвучит на флейте в исполнении Некрушец Софьи, а также Поповой Ольги Викторовны и Переяслава Елены Витальевны. Иоганнес Райнбергер. Трио «Соль минор». Рождественское трио Жана Франсуа Дандрея из Франции.
которую исполнит Федорова Виктория, Переяслова Елена Витальевна, Попова Ольга Викторовна, Мельникова Елена Константиновна и все, кто пожелает. Волшебница Феечка уже прилетела с колокольчиками. Давайте добавим их нежное звучание, чтобы пение хорала услышали ангелы на небесах. Маечка, встань, пожалуйста, сюда. Так, мы все готовы, да?